Всем привет, дорогие друзья, с вами Косты, или добро пожаловать на новенький видос, собственно, друзья. Кто ждал, тот дождался, именно потому что, друзья, я наконец-то снимаю обзор на свой собственный город. И он называется Бамбалейловск, да, как-то так он называется, вот, то есть, очень-очень длинное название. Короче, почему я начал строить этот город? Меня вдохновил, так сказать, хитплей, так сказать, я у него взял идею даже, нет, я просто у него взял идею. Как бы, да и просто, типа, мы с ним просто придумали одну такую дичь, одну такую фичу, так сказать. Короче, поскольку он, как бы, такой, знаете, уже билдер со стажем, так сказать, у него очень много там уже карт, как бы, но это, как бы, моя только первая. Короче, что мы придумали? Как бы, ну, сначала, как бы, эту идею подал я, он, как бы, согласился, и мы, как бы, это все делаем, да. Короче, мы создадим область, в котором, соответственно, в которой этой области будет самым главным городом, соответственно, Хлебный. Там потом его деревенька Камыш, там все вот эти его карты, и, соответственно, моя карта тоже там будет, то есть Бамбалейловск, город, будет в, так сказать, Хлебной области. Это довольно-таки имбовая штучка, пацаны, так что, как бы, я, как бы, останусь в истории, так сказать, вообще. Ну, короче, давайте, собственно, пройдем, посмотрим, что здесь, как и нас, как у нас, соответственно, здесь все. Короче, у нас здесь вот такой вот ЖД, соответственно, ЖД пути, вот такие вот. Да, короче, город очень сырой, как бы, ну, максимально сырой. Я его строю вроде как вторую неделю уже, как бы, здесь у нас, соответственно, встречает у нас вот такая вот остановочка, соответственно, тут у нас моды, все, то есть все красиво, давайте сядем, друзья, подождем. Короче, соответственно, этот город я пока что вроде как, я буду сливать, но я не буду сливать, ну, типа, не знаю. Мне, типа, еще не нужно его сливать, поскольку он еще не готов, друзья. Город еще не готов, вы понимаете? То есть, когда он будет готов, кстати, кто-то может мне сказать, как закрыть эту фигню? Как ее закрыть, я не понимаю просто. Ну ладно, короче, у нас здесь вот, соответственно, остановка города Бамбалейловск. И смотрите, друзья, здесь самая первая пасхалочка уже у нас здесь. Соответственно, тут был Абэми, пацаны. Абэми. Дальше у нас, соответственно, здесь вот такое вот здание. Это у нас, соответственно, что это у нас такое? Это ЖД-вокзал, да? Центральный городской ЖД-вокзал города Бамбалейловск. Давайте в него войдем, соответственно, посмотрим, что здесь у нас и так. У нас здесь, соответственно, такая вот люстра. Потом дальше у нас здесь лавочки вот такие вот самые обычные. Почему? Подождите, а почему у нас все открыто? Я не понимаю. Короче, у нас, соответственно, здесь имеется вот такая вот, собственно, покупка билетов. Дальше, соответственно, у нас здесь вот такой вот туалет, да. Почему он отмечен синим? Я не знаю, почему он отмечен синим, но у меня просто так в голову пришло, как бы. Соответственно, здесь у нас туалет девочек, как бы, ну, самый обычный туалет. Я даже туда, кстати, боюсь заходить. И, как бы, туалет для мальчиков, друзья. Но, когда я буду сливать карту, вы сами посмотрите, что это за туалет. Либо же, я дам, соответственно... А, пацаны, я дам просто карту эту на обзор хитплея, соответственно. Хитплей вам покажет. Я надеюсь, что вам покажет. Так, дальше у нас, соответственно, имеется вот такая вот, собственно, фигня, там, где все люди стоят. Кстати, ну, я вот думал, нужно сделать два ЖД путя, типа, вот здесь вот один, потом там второй. Ну, я что-то не сделал, но потом сделаю. Соответственно, здесь у нас парковочка, друзья. Ну, такая вот, типа, небольшая. Дальше у нас, типа, вот здесь все коммуникации, пацаны, это, как бы, не просто коммуникация, здесь можно просто ходить. Это такая просто дорожка для пешеходов, нет, как бы, здесь по дороге, как бы, и по траве, как бы, ну, типа, такое себе, да. Дальше у нас, соответственно, здесь вот такая вот, собственно, автовокзал города Бамбалейловск. Если честно, я его просто практически полностью скопировал с города Хлебный. Ну да ладно, хитплей, наверное, уже заметил. Так, и... Чего, пацаны, я сейчас это лом. Соответственно, и у нас начинается вот уже, собственно, сам жилой район, так сказать. Соответственно, у нас здесь имеется, кстати, вон там вот одно такое дерево. Здесь у нас, кстати, забор вот такой прикольный. Ну, что, он как бы ограждает вот этот вот ЖД-пути. Вот эти вот, да. У нас, соответственно, здесь у нас такой вот раздолбанный, убитый весь ржавый гараж. Вот такой вот красный. Кстати, этот красный гараж, блин, он очень популярный. Он в каждой деревне практически есть. Дальше у нас, соответственно, здесь вот такие вот растоптанные пути к, соответственно... домам. Друзья, дома я не заполнял, как бы, вот они, то есть, все пустые, да. Здесь есть, конечно, комнатки вот такие, ну, типа, такой себе, пацаны. Типа, ну, будет время, я потом заполню, как бы. Это только, друзья, это самая первая версия, как бы, этого, как бы, да, моего города. Тут у нас лавочка, в принципе. В принципе, все вообще балдежно. Вот такая вот крыша, соответственно, у нас там люк есть, можно выйти. Тут у нас всякие коммуникации, соответственно. И, друзья, у нас, кстати, вот это вот место, вот это вот, это самое первое жилое место в этом городе, потому что, да ё-моё, почему я все беру? Что это, с чем это связано? Вот я вот здесь вот самым первым, соответственно, садил здесь вот эти вот деревья, потом уже как бы все, да. Соответственно, здесь у нас имеется несколько гаражей, вот здесь вот три гаража, и вот такой вот, типа,
ну, сгоревший гараж, который типа сгорел, там все ему, короче, кранты, как бы такое тоже есть, друзья. Потом здесь еще раз, два, три, четыре гаража, да, четыре. Тут, кстати, плитка упала, тут вот побитый гараж, вот такой вот тоже. Дальше у нас, соответственно, здесь мини-площадочка такая, вот здесь у нас типа турник такой, почему он деревянный, я не знаю. Здесь у нас, соответственно, горка такая, вот это у нас типа карусель такая, которая крутится. Да. Дальше у нас типа вот такой вот заброшенный мини-магазинчик, тут ничего нету, но возможно я там вскоре паскалку оставлю какую-то, вот типа обычный самый заброшенный магазинчик, и вот здесь куда как бы конец. Я потом дальше там засажу все деревьями, будет либо лес какой-то там заброшенный, либо что-то еще. Либо какая-то, кстати, заброска, было бы тоже прикольно. Напишите, кстати, в комментариях, что добавить в этот город, потому что он очень сырой, тут еще почти ничего нету. Соответственно, дальше у нас имеется у нас здесь вот такой, кстати, магазин Пятерочка. Здесь, кстати, я вот, почему я это не сделал? Я вот здесь вот хотел сделать типа... блин, как это, пешеход, да, друзья? Ну, типа, по правилам, ну, ПДД просто, тут не надо его делать, типа, ну, нельзя вот с выезда, типа, нужно вот здесь вот только, но, как бы, здесь вот забор, да, вот такая вот небольшая несостыковочка, пацаны, так что, чтобы пройти, соответственно, в эту Пятерочку, ну, чтобы по правилам пройти, да, вы сначала должны пройти вот здесь, потом вот здесь, потом вот здесь, потом вот здесь вот по хащам добираться вот сюда, потом по хащам дальше добираться вот сюда, потом опять-таки по хащам сюда, и вы пришли в магазин. Да, друзья, как-то вот так вот это все выглядит, ну да ладно. Так, ах да, вот еще забыл, у нас, друзья, здесь имеется парк вот такой вот, собственно. Тут 4 вида деревьев, соответственно, обычные дубы, потом вот это вот джунгли вроде как, потом березы и, соответственно, сосна. В принципе, все отлично, там вот, соответственно, еще вот такой вот, собственно, фонтанчик посередине. Так, дальше у нас, соответственно, здесь вот такая вот, собственно, лавочка и мусорка, как бы, так везде тут, как бы, есть. Да, дальше, друзья. Так, да, Кеш, спасибо. У нас имеется вот такой, кстати, заезд вот туда. Также здесь еще есть один заезд, вот такой вот, типа, оп-оп. И тут, типа, уже, как бы, вот такой, типа, задний дворик, да, который полностью, кстати, забетонированный, блин, да. Тут у нас вот такие вот имеются большие гаражи, а потом здесь у нас, кстати, поменьше гаражи. И вот здесь вот в этом раздолбанном гараже находится табличка с подсказкой. Вот эта табличка. Hitplay, пожалуйста, посмотри эту табличку, как бы ты, наверное, поймешь. Да, соответственно, дальше у нас начинается вот такая вот булыжниковая тропа. Да, ну короче, вот такой просто тропа. У нас здесь, друзья, магазин Метро. Это такой известный магазин, знаете, не знаю ли он у вас в России есть, типа, ну вроде как есть, да. Но в Украине он точно, типа, имеется, как бы, поскольку я из Украины, я, как бы, не мог сюда ставить Икею, потому что Икеи у нас нету, как бы, я сюда ставил Метро, типа, ну чё, пацаны, да. Дальше у нас вот такой вот заезд в этом Метро, друзья, не Метро, а Метро, поняли? Да, здесь у нас вот такой вот заезд, и, как бы, вот здесь вот, как бы, сюда все загружается. А, да, кстати, давайте зайдем в этот магазин, так, здесь сломать нужно, так, хопа, ладно, пофиг, вот. Такой вот Метро у нас. Соответственно, здесь у нас касса вот такая вот. Здесь у нас всякие вот такие вот фигни. Типа сюда можно что-то ложить, я не знаю, чем. Типа вот касса с раз, два, три человека. Сюда потом ноутбук я поставлю, потом просто забыл ноутбук поставить. Соответственно, мужики, туалет тоже. Соответственно, девушки. Соответственно, здесь у нас обычный, соответственно, вот такой вот туалет, да. Не спрашивайте меня, почему он именно такой, но это так надо. Так, дальше мужики, я не буду вам показывать, потому что это чисто для мужиков, как бы, у меня, как бы, девушки смотрят, и если вы посмотрите, если вы узнаете, что в этих туалетах, как бы, у вас глаза выпадут, типа, ну... Oh my! Дальше, друзья, у нас начинается уже район, я вот здесь вот хотел сделать район, тот, который у меня в реальной жизни, то есть, да, тот район, в котором я практически живу. Короче, этот дом взят с построек, вот этот вот, все остальные я сам строил, вот этот дом взят с построек, сразу же говорю. Это просто хрущевочка такая обычная. Соответственно, здесь у нас вот такой вот билборд. Это я пытался смоделировать билборд. Ну, я потом, типа, с мода какого-то возьму. Здесь у нас вот такой вот, типа, банк. Ну, типа, зеленый, да, мини-банк. Там, типа, как всегда, типа, нет интерьера. Типа, ну, это потом, пацаны, в будущем. У нас имеется вот такая вот фигня. И вот это я, кстати, тоже с построек брал. Она огромедная просто. Это, друзья, театр, это театр. В реальной жизни он, конечно, поменьше, но ладно. Дальше у нас имеется вот такой вот белый магазинчик. А дальше там еще какой-то магазинчик. Но я не помню, какого он цвета. Дальше у нас здесь вот такой вот поворот. Ну, то есть не поворот, просто вот, вот такой вот. И, друзья, у нас здесь такой небольшая вот, собственно, вот такая вот фигня. И тут вот, соответственно, памятник. Это, друзья, памятник, если помню, сейчас вспомню, друзья, Богдан Хмельницкий, пацаны. Да, у меня в городе есть такая фигня. Кстати, вот эти вот ступеньки, друзья, они легендарные. Кто смотрит мой второй канал, они знают. Они, наверное, уже узнали это место, вот, вот от этого кадра.
Я сейчас вам включу. Вот, друзья. Да, это именно то место, там, где я упал на велосипеде на спину. Вот здесь вот. Я от них слетал, соответственно. И так, хоп, бабах, и падаю, как бы. Это как бы все из-за того, что тут ступеньки были кривыми. Кривыми, вот, да. Дальше у нас, соответственно, здесь имеется вот такая вот полиция. Типа вот обычная полиция. Кстати, я сам ее строил тоже. Дальше у нас вот такая вот парковка. Здесь будут стоять служебные автомобили полиции. Здесь я потом поставлю шлагбаум. Давайте зайдем в эту полицию. Она уродская получилась, ну да ладно, в принципе, здесь у нас, соответственно, люди ходят, все стоят там, как бы, это, друзья, ноутбуки, если что. Вот, соответственно, здесь у нас такие чуваки там, которые рассказывают там, что там, да, жалобу надо писать, всякое такое там, как там, заявы, да, всякие там, да, короче, да. Вот здесь, соответственно, вход, дальше он только для персонала. И тут, друзья, соответственно, у нас имеется вот такие вот много компьютеров. Короче, тут, типа, работают всякие там пацаны, которые там, типа, ну... эти, патрульные там или как, да, и там когда... А вот это вот стекло, друзья, сейчас вам покажу, что это такое. Так, дальше у нас здесь склад имеется, но он как бы закрыт. Хитплей, если что, потом взломаешь, как бы я тебя знаю. Я здесь хотел еще построить вот здесь вот, соответственно, блин, как это? Клетку, да, ну как бы не получилось фортуму, так сказать. Дальше у нас просто вот здесь вот, соответственно, босс сидит, как бы... Я хотел сначала жалюзи сюда поставить, но я не нашел мод из жалюзи, как бы. Получилось как бы шторы, да? Как бы здесь сидит босс, который все за этим всем следит, как бы вот. Так, дальше, соответственно, у нас имеется вот такое вот здание. Вот, это у нас, друзья, библиотека. У нас вот такая вот библиотека, в принципе. Вот, библиотека. Давайте посмотрим, соответственно, закрытая. Вот так вот, собственно, все здесь красиво. Вот так вот, вот так вот. И сама библиотека. Тут чел, короче, сидит. Не чел, а бабка, которая постоянно, типа, говорит. Здесь у нас имеются вот такие вот стульчики, где можно просто сесть, почитать, типа. Ну, типа, да. А вот здесь дальше второй этаж закрыт, как бы, вот, он закрыт. Ход запрещен, да. Потому что здесь как бы лестница построена. Ну, мне на самом деле просто было лень вот это вот все строить, типа, на втором этаже. Я просто не помню, что на втором этаже находится. Я же повторяю, вот этот, друзья, район, который я сейчас показываю, я пытался взять из моей реальной жизни. Почему здесь вот такая вот большая площадь, друзья? На самом деле, смотрите, у нас здесь идет вот такая вот дорога, да, идет прямо вон туда и вон туда, да. И... также дорога вот так вот разветвляется или как, ну просто вот так вот отходит в бок и идет вон туда, друзья, да. А вот здесь у нас парковка, а вот здесь вот место для разворота там, ну как бы, чаще всего. И тут тоже, кстати, паркуются автомобили. И тут паркуются автомобили, ну как бы здесь, наверное, нельзя парковаться уже, как бы, потому что слишком маленькая дорога. Соответственно, дальше у нас вот так вот заезжаем в дворик такой и, соответственно, здесь вот такая вот парковочка. Соответственно, очень огромный театр, да, зря его сюда поставил, ну да ладно. Дальше у нас уходит вот такая вот дорога. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. И как бы вот. Здесь у нас вот такая вот фигня. Короче, сразу говорю. Да, я уже, кстати, скоро спалю уже, блин, свое местоположение, кстати. Ну, друзья, короче, вот так вот все выглядит. В принципе, я показал вам город. Сливать я вам его не буду. Ну, когда дострою именно тот, соответственно, квартал. Я его солью, да. Ну, чё. Хитплей, соответственно, покажи нам все пасхалки, которые ты нашел, как бы, там, да, ну, их там вообще, типа, немало. Ну, короче, покажи там туалеты, как бы, сральники, да, и покажи тут гараж, кстати, это вообще имба. Переходите на канал Хитплей, он там снимет обзор, ну, я надеюсь, что он снимет обзор, как бы, да, ну, короче, да, всем пока.